Ямуна тиравана чари. Ямуна тиравана чари. Джаярана мадава кунджаги хари. Джаярада мадава кунджаги хари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Pancha Tattva, Pancha Tattva, Pancha Tattva, Pancha Tattva.
Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Шри Прабхупада ки джай, Натакути Вайшнаврина ки джай, Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай, Нитай Гоура Прабхананде. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 17. Наказание, помилование Кали. Текст 25, санскрит. Иданим дхарма падасте. Иданим дхарма падасте. Иданим дхарма падасте. Сатьям нивартаятьята. Сатьям нивартаятьята. Сатьям нивартаятьята. Сатьям нивартаятьята. Там же грикшатья дхармая. Там же грикшатья дхармая. Андрите найти тахкали. Андрите найти тахкали. Пожалуйста. Иданим дхарма падасте. Иданим дхарма падасте. Сатьям нивартаятьята. Сатьям нивартаятьята. Дхармоям, там жигришатья дхармоям, Андрите найдхи тахкали, Андрите найдхи тахкали. Иданим дхарма падасте, Иданим дхарма падасте, Сатьям нирватаятьята, Сатьям нирватаятьята, там жигришатья дхармоям, там же грикшатья дхармаям. Андрите найдхи тахкали. Андрите найдхи тахкали. Иданим дхарма падасте. Иданим дхарма падасте. Сатьям нирвартаятьята. Сатьям нирвартаятьята. Там же грикшатья дхармаям. Там же грикшатья дхармаям. Иданим дхарма падасте, сатьям нирватаятьята, там жигришатья дхармая, андрите нанди тахкали. Иданим дхарма падасте, сатьям нивартаятьята, там жигришатья дхармая, андрите нанди тахкали. Иданим, иданим, в настоящее время, в настоящее время, дхарма, дхарма, о олицетворении религии. Олицетворение религии. Пада, пада, нога, нога, те,
Твоя. Сатьям. Правдивость. Не вартает. Кое-как ковыляешь. Я-то. Посредством. Там. Того. Джи-грик-шати. Стараясь разрушить. Атхарма. Олицетворение безбожие. Аям. Эту. Андритена. Обманом. Эттита. Процветающий. Кали. Олицетворение раздора. Перевод стиха. Сейчас ты стоишь на одной ноге, олицетворяющей правдивость. Еще кое-как можешь передвигаться. Но олицетворение раздора в Кали, процветающий благодаря обману, пытается перебить эту ногу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Законы религии основываются не на догмах или изобретенных человеком формулах, а на четырех важнейших регулирующих принципах – аскетизме, чистоте, милосердии и правдивости. Людей с детства следует воспитывать в духе этих принципов. Аскеза означает добровольное принятие того, что может быть не слишком удобно для тела, но благоприятно для духовного развития, в частности, соблюдения постов. Пост дважды или четырежды в месяц – разновидность аскезы, которую можно добровольно принимать, но только ради духовного осознания, а не в политических или иных целях. Пост, имеющий целью не самоосознание, а что-либо еще, осуждается в Бхагавад-гите. Аналогично этому чистота необходима и для ума, и для тела. Соблюдение телесной чистоты может помочь до некоторой степени. Но еще в большей мере необходима чистота ума, и она достигается прославлением Верховного Господа. Не прославляя Верховного Господа, невозможно избавиться от пыли, накопившейся в уме. Безбожная цивилизация не может очистить ум человека, так как она не имеет понятия о Боге. И по одной этой причине люди такой цивилизации не могут обладать хорошими качествами, как бы они ни были оснащены в материальном отношении. Здесь говорится, это часть комментария о законах религии, Прабхупада говорит. Он перечисляет здесь четыре главных принципа религии. Ну, то, что и называется религией как таковой. А все остальное, кроме этого, называется безбожие. Или обманом. Собственно, обман – это и есть безбожие. Это одно и то же понятие. Потому что истина, она божественна, правда божественна. Обман – он ложный, не божественный. Он материальный, мы говорим. И вот материальный мир, он ложный в этом смысле слова. Обманчивый. Здесь легко обмануться, легко быть обманутым, легко пасть в заблуждение из-за влияния материи. Это ее свойство – вводить в заблуждение обман. Языком вед материя называется невежеством. Авидья. Есть видья и авидья. Видья – это знание, авидья – невежество. То есть есть сознание и есть мертвая материя. Так, как физически, если говорить об этом. Можно с разных точек зрения писать это. И вот мертвая материя – это то, что не обладает сознанием. Мы не видим никаких проявлений сознания мертвой материи. Это какие-то элементы, вот, которые нас окружают. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И они как-то взаимодействуют таинственным образом. Как бы не обладая сознанием, они вступают в какие-то отношения тоже. Это загадка для науки, каким образом. Но потому что есть еще и видья, внутренняя энергия. В данном контексте, если мы говорим о материи и духе в материальном мире, то дух внутри находится.
А материя покрывает дух. Это вот в этом контексте. Не обязательно это так должно быть. Но в нашем опыте, в материальном мире, обычно вот так мы всегда это видим, что дух невидим. То есть называется внутренняя энергия, антаранга шакти, внутри. А материя бахиранга, внешне, внешне мы видим. Мы видим, можем потрогать, понюхать, увидеть, на самом деле услышать. Вот так она и обманывает нас. Способность покрывать и вводить в заблуждение. Потому что есть тонкие материальные энергии. Например, грубая материальная природа не ведет меня в заблуждение. Нет. Я не могу сказать, что я вот этот стол. Но тонкая материальная энергия может вести в заблуждение. Я говорю, что я это тело. Хотя и стол, и тело состоит из внешней энергии. То есть, смотрите, есть тонкая материя, аханкара, которая связывает живое существо с материей. Узел составляет. И вот этот узел означает, что я хочу чувствовать себя телом. То есть, есть желание такое. У каждого есть желание жить в этом теле, именно в этом теле. Вот в данном теле. Самосохранение говорит об этом, что мы хотим жить именно в данном теле. Мы привязаны именно к данному типу тела. Хотя я внутренняя энергия, душа. Я не тело. Это подробно описывается в Упанишадах, в Бхагавадгите. Есть специальные разделы знания, которые различают материю и дух. Собственно, это есть основа знания, основа науки. Это критерий научности. Если мы с вами различаем материю и дух, мы признаемся учеными людьми. Вот и все. Если не различаем, это глупость. Это глупость. Сегодня мы говорим на другую тему. Мы сегодня говорим о религии. И что же такое религия? Религия означает, что нужно этот узел развязать. Сказать правду. Ты не это тело. Твоя связь с телом временна. Не истина. Не принесет счастья ни тебе, ни окружающим людям, если ты будешь так думать и действовать. Это и есть корень безбожия. Корень безбожия кроется в двух вещах. Я и мое. Я хочу наслаждаться и обладать чем-то. Наслаждаться органами чувств этого тела и обладать материей. Если каждый поражается этой концепцией бытия, мы вступаем в конкуренцию. Нам нужно быть обладателями. И сколько нужно для обладания? Границ нет, видите? У аханкары границ нет. Маленький человек хочет обладать целым миром, бесконечными богатствами. И таким образом, таких людей с таким пониманием, их миллиарды на земле. И каждый хочет быть обладателем всего в конечном итоге. Неминуемо будут организованы конфликты, войны, семейные конфликты, какие угодно, где угодно, по всякому поводу, без повода. Это особенно век Кали, в нынешний век укоренившаяся культура. Люди конфликтуют, потому что жадные. Потому что поражены все чувством собственности, эгоизмом. И нет такой школы, нет такого знания, чтобы развязать вот этот узел, освободить человека от жадности и увидеть, что мы на самом деле живем в другом мире, где нам ничего не принадлежит. Незачем тут бороться. Нет причин никаких, оказывается. Это иллюзорная была причина, основанная просто на моей жадности или зависти, каких-то вот таких вещах. А мир на самом деле до меня существовал, после меня будет существовать. Я здесь не хозяин. Интересно, что человек иногда это осознает, а потом забывает. Это влияние невежества. Невежество – это энергия. Если мы с ней соприкасаемся, мы обязательно забудем истину. Но если соприкасаемся с истиной, мы оставляем невежество, что-то одно. В одно время не может действовать две энергии на человека, влиять. И невежество, и знание одновременно. Что-то одно. Либо невежество, либо знание. И если мы стоим под влиянием знания, вот тут важный момент. Нужно дойти до конца, иначе будет возврат. Если мы встали на путь знания и не дошли до конца, будет возврат снова в невежество. Возврат означает, что мы снова соприкасаемся с невежеством. Почему? Наслаждаться и господствовать желание остается. Пока оно сохраняется, будет возврат.
Но если мы доходим до конца, где говорится, возврата никогда не будет. Если мы полностью избавляемся от невежества, не придет в голову такой глупости снова обусловиться материальным существованием. Попасть в цикл рождения и смерти душе никогда. Никогда не вернется. Итак, когда распутывается узел эгоизма и собственности, и жадности, живое существо освобождается, становится счастливым, безгранично счастливым. Это его природа, ананда. Вот духовная суть. И тот, кто идет этим путем развязывания этого узла, это называется религиозный человек. Здесь говорится, как распутать этот узел. Всего четыре вещи. Нужно жить в аскетизме. Прабхупада объясняет эти моменты здесь, что такое аскетизм. Ну, добровольная аскеза нужна. Ограничить наслаждение чувств нужно. До необходимых вещей, не больше. Не нужно делать больше, чем необходимо. Для желудка, для языка, для гениталиев, для другой деятельности. Достаточно здоровья, хватит. Пресыщение чувств разрушает здоровье и разум, интеллект. Аскетизм – хорошая вещь. Но здесь Прабхупада говорит, аскетизм должен быть связан с духовным продвижением. Он не рекомендован для других целей. Для политических целей или развития мистических сил. Называется демоническая аскеза. Неправедная аскеза. Даже неправедная аскеза – это как часть религии, смотрите, дает ситхи. И опять же, если ситхи эти используют на наслаждение, опять будет безбожие. Даже аскетичные люди могут быть безбожниками в конечном итоге, видите. Могут поститься тоже. И мало спать, как Наполеон спал 4 часа. Я так слышал, я не знаю. Я не наблюдал за ним. Но историки говорят, что он спал всего 4 часа, и вот 20 часов он мог работать. Но он использовал это время не на духовный прогресс, не чтобы повторять джапу или распространять сознание Кришны людям. Нет, он хотел завоевать весь мир. Это называется демоническая аскеза. Итак, аскеза, она хороша. Аскеза означает, что у нас освобождается очень много времени. Вот люди говорят, у меня нет времени на джапу, например, на духовную жизнь, я очень занят. Если примете аскетическое существование, у вас будет очень много времени. Примерно 80% времени занимает чувственное наслаждение у человека и работа. Практически все время. Вы удивитесь, столько свободного времени у вас появится. Если принять четыре регулирующих принципа, время освобождается мгновенно. И оказывается, столько много времени, столько много возможностей для нашего самосознания, для нашего личного развития. Но наши чувства не аскетичны были, и они занимали нас круглые сутки чувственными наслаждениями, какими-то планами обладания. Все имеют планы, как обладать, как накопить, как заработать, как построить, как присвоить. Все время уходит туда. Аскетизм означает, что у нас появляется время для самосознания, чувства становятся спокойными, умиротворенными. Если их приучить к простой жизни, они становятся очень спокойными, не возбуждаться. Что такое возбужденное чувство? Когда вы видите, что у кого-то есть деньги, и все, и жить спокойно не можете. Все, просто вы начинаете переживать. Это возбужденное чувство. Но стоит только что-то увидеть, услышать, и проблема сразу же, что зависть пробуждается. Я тоже хочу так. Как говорится в шастрах, если вы видите, что кто-то ест, вы сразу интересуетесь, а что он там ест? А если кто-то совокупляется, автоматически хочется делать то же самое. Смотрите, мгновенно это чувство, возбужденное, потому что. Человек хочет мгновенно вступить в чувство наслаждения, готов всегда к этому. И чувства как бы это побуждают его, когда они видят, слышат что-то, вот они хотят об этом слышать, об этом видеть, постоянно быть возбужденными, сумасшедшими. Поэтому, когда им говоришь «Харе Кришна», они просто смотрят, что с другой планеты или что-то. Не понимают, о чем вообще говорить. Он родился в невежестве, всю жизнь наслаждал свои чувства. А тут Харе Кришна. Почему здесь Харе Кришна? О чем вы говорите? Ну почему Харе Кришна? И все же, если вы объясняете, почему, человек понимает, а ведь правда. Почему нет? Харе Кришна, здорово.
То есть есть еще разум. Оказывается, можно при помощи определенной практики интерес этот развить, пробудить, углубить и познать эту вещь. Как Прабхупаду часто с вызовом спрашивали на западном мире, с вызовом часто. Откуда вы знаете, что есть душа? Откуда вы знаете, что есть реинкарнация? Вот вы так говорите об этом. Как уже постулат выдвигаете? А откуда вы это знаете? Но Прабхупада отвечал, вы тоже можете об этом узнать. Если умиротворите чувства и получите знания, вы тоже об этом узнаете. Сами, непосредственно, не из книг. Это благодаря аскетизму. Аскетизм, чистота. Здесь Прабхупада всегда объясняет чистоту с двух точек зрения. Это ум и тело. Тело у людей, оно обычно нечистое. Или получистое. Лицо умывают, во всяком случае, я думаю. Поэтому лицо может быть иногда чистое чуть-чуть. Зубы тоже привыкли чистить. Это хорошо. Но они не чистят язык, допустим. Уши практически не чистят. Что еще? Они не применяют воду, когда ходят по-большому в туалет. Бумагу применяют. Они не меняют одежду, когда сходят по-большому. И не моются после этого целиком. Они просто руки споласкивают. Все. Когда они в ресторанах обедают, у них там есть салфетки, они делают так, считают, что это чисто. Рот не полощут, ничего этого не делают. Почему? Поскольку они не аскетичны, у них нет тонкого интеллекта понимать тонкие грани чистоты. Вот в чем заключается знание. Различать все тоньше, чистое и нечистое, вплоть до духа и материи различить нужно. Потому что чистый – это дух. Материя всегда осквернена. Это скверно. Невежда всегда скверна. То есть она источник страдания. Страдание – это и скверно. Если мы имеем с вами тонкий разум, мы согласимся, что каждую секунду нашего существования мы страдаем. Неважно, здесь ли, на улице, в хорошую погоду или в плохую погоду. Всегда есть какой-то источник раздражения. Вот я сейчас сижу удобнее, чем вы. Но даже у меня есть проблемы. Я уже отсидел какое-то место, смотрите, за это время. Успел. Если посмотреть, что происходит сейчас на уровне материального существования, всегда какая-то проблема есть. То жарко, то холодно, то еще что-нибудь. Вот я сейчас на тело сосредоточусь, я вижу масса проблем вообще. Не говорю уже о вас, потому что вы на полу сидите. Кто-то под солнцем сидит, неудобно. Кому-то больше повезло, не под солнцем сидит. Ну, там другая проблема просто. Не так, что нет, вот есть такое место, где ни одной проблемы здесь нет. В этом ли месте, в другом ли месте, где угодно. Тут душно, пойдем на улицу, там прохладнее, там, но там комары. И пока солнце тоже хорошо, а потом пойдет дождь, мы бежим с улицы домой снова. И так всю жизнь мы куда-то мечемся вот каким-то образом. Иногда быстро мечемся, потому что слишком плохо, иногда медленно мечемся. Иногда просто тупеем от усталости. Устаем, тупеем, думаем, отдых. То есть само материальное существование сопровождается, вот это называется невежество, скверно, вот-вот. И нужна чистота. Чистота развлечения. То есть разум можно сосредоточить на душе, не замечая этих вещей. Вот так можно избавиться от всех страданий. Они протекают, несомненно, матрас прошла штука, он ее, как зима и лето, они будут проходить. Но вы можете их не замечать, если сосредоточитесь на духовном, на душе. Если сосредоточиться на душе в глубине сейчас, каждый это может сделать. Каждый. Если успокоить ум, умиротворить. И немножко погрузиться в себя, вот в этом спокойном, почувствовать уединение, глубокое уединение, вы сразу почувствуете счастье. Где бы вы ни были, под солнцем, не под солнцем, в жару ли, в холод ли, болеете или нет, вы можете почувствовать счастье, просто если погрузитесь в этот мир в душе, там внутри всегда это есть. Как? В глубине океана штормов нет. Наверху это сравнение ума, беспокойных и чувств, это всегда какой-то шторм, какие-то желания, какие-то шумы, там, не знаю, там, если вот вода вот так вот шумит, все волнуется, то и птицы так же кричат, все у нас, поведение, характер такой же, погода такая. Но в глубине океана так спокойно. Вот это познание себя. Чистота, там внутри есть эта чистота. Чистота захватывает, умиротворяет. Чистота восхищает, это великолепие. Чистота удивляет, привлекает.
Все, что очень чисто, сразу привлекает. Красиво. И особенно чистота ума человека. Чистота тела, чистота одежды, безусловно, также и ум, здесь говорится. Это вот важнее всего, чистота ума. Это религия. Третий принцип милосердия. Третья нога религии. Милосердие означает, что нужно иметь сострадание ко всем живым существам. Не нужно быть равнодушным к тому, что кто-то страдает. Конечно, это скверно. Он не обучен. Человек не обучен, как не страдать. Как жить, не совершая греховных поступков, которые являются источником страданий. Он не знает даже, откуда он, почему он страдает. Он просто страдает, он беспомощен. Ему нужно дать знания, как же жить, чтобы страдания не увеличивались хотя бы. Прабхупада дал нам эти знания. На опыте мы знаем. Если человек соблюдает четыре принципа, он не будет так страдать, как все люди. Он почти что не будет страдать вообще. Если откажется от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, всех без исключения. Если он не будет играть в азартные игры и лгать, и если он не будет вступать в незаконный секс. Четыре источника глубоких страданий, потрясений, трагедий в человеческом обществе. Если вы рассмотрите любую судьбу, трагичную судьбу человека, вы увидите, что в этом замешаны эти одна из четырех или все четыре причины. То скажет, ну не совсем. Я могу пострадать, скажем, от какого-то человека, соблюдая даже эти принципы. Тогда как быть с причиной страдания? Да, но почему этот человек причиняет насилие кому-то? По этим четырем причинам, опять же. Прямо или косвенно, но причина, источник – вот эти вещи. Мясо означает не аскетизм и не милосердие. Нужно забить живые существа, чтобы потом получить пищу. Если мы имеем тонкий интеллект, сострадание, чистоту, мы знаем, что источник чистоты в цивилизованном обществе – это корова. А нет другого живого существа, которое было бы в гуне благости по природе своей. Это единственное живое существо в мире. Корова – это прообраз Сурабхи, духовного мира. И могущество коровы еще никто не знает, не изучил, потому что ученые, современные ученые потеряли рассудок тонкий, только грубый. Они могут изучить только килокалории, жиры и белки. Все. Они понимают сущность коровы, сущность этого живого существа, его предназначение. Ее предназначение – развивать цивилизацию человеческую, помогать. Это природа коровы. Это не ее интеллект, это просто ее природа. По интеллекту она обычное животное. Но предназначение этого животного очень великое. Как, так же, как деревья. Деревья, они еще ниже по уровню эволюции, развития сознания, но они очень важны для развития цивилизации. Есть вещи, которые неприкосновенны в природе, и коровы всех животных – это единственное, которое поклоняются как матери. Потому что от нее зависит благополучие всего человечества. Плодородие земли, самые лучшие продукты, которые просветляют разум человека – это молочные продукты. Навоз, моча, все полезно. Она очищает все вокруг, всех духов, все тонкие, все грубые элементы она очищает. И она очень добрая по своей природе. Можете к ней подойти и взять молоко. Попробуйте это сделать у кого-то другого. Ну, еще козы дают молоко, я знаю, это как-то с людьми тоже. Но они, не будем говорить о козах. Там есть своя тоже польза, но мы сейчас говорим о том, что как корова важнее всего для человека. Общение с коровой, оно развивает все лучшие сатвичные качества человека автоматически. Часто говорят, что вы можете жить в коровнике. Нигде не говорится, что вы можете жить в свинарнике, например. А в коровнике можете жить, и там чисто. Корова испражняется, она не загрязняет ничего. Она мочится, ничего не загрязняет. Она приносит чистоту и чистоту ума также. Это милосердие и правдивость. И вот здесь говорится, что правдивость, здесь последняя нога религии, которая осталась, наблюдают. Кто это говорит? Корова. Корова говорит быку религии.
что вот ты на одной ноге еле ковыляешь, остальные ноги у тебя перебиты, ты очень сильно страдаешь. Векали, бык религии держится на одной ноге, это правдивость, остается правдивость. И также это означает, что мы не можем потребовать от людей вот этих качеств, которые мы перечислили, аскетизма, чистоты и милосердия. Это практически невозможно сейчас осуществить. Для человека необученного он не сможет быть аскетичным, по-настоящему милосердным и чистым. А правду мы еще требуем. Ты должен быть правдив. Что такое обман? Обман означает, что я говорю, что делаю все для других, а на самом деле я все делаю для себя. Вот и все. Пока человек так думает, это просто обманщик. Возможно, он думает одновременно о том и другом. Я и для других постараюсь, и о себе не забуду. Это тоже обман. Другая форма обмана. Как говорит Прабхупада? Здесь в материальном мире, когда люди трудятся, работают, что-то делают, нет речи о любви. Ведь если хозяин платит своему рабочему, он не из любви это делает, а потому что тот работу выполняет. И рабочий тоже выполняет работу не из любви к хозяину, а только потому, что тот платит. Если он не будет платить ему деньги, он не будет работать. Если он не выполнит работу, хозяин не даст ему денег. В конечном итоге каждый думает только о себе. Это стало фундаментом цивилизации современной. Но здесь говорится в предыдущих стихах, вспоминается, что когда-то ты стоял на четырех ногах. Это было. Эти ноги нужно восстановить, если опытный врач есть, мы знаем, как восстановить четыре ноги быку. Хотя бы в том месте, где мы живем. Да, мы сейчас не говорим, что мы можем изменить все, весь мир сразу. Нет, нет, невозможно. Но в том месте, где мы живем, уже можем поставить быка на четыре ноги. Должны быть опытные врачи, которые могут восстановить эти принципы. Как восстановить? С чего начать? Столько много болезней сейчас развелось, духовных и материальных. С чего начать? Где же корень этой болезни? Здесь говорится корень, правдивость. Давайте начнем с этого. Давайте восстановим вот эту ногу, которая еще не перебита. Но как-то уже поражена, на ней трудно стоять, верно же, на одной ноге? Если вы видите быка четырехногого, на одной ноге крайне сложно стоять. Невообразимо трудно. Вот нужно восстановить вот этот принцип правдивости, и остальные постепенно тоже возродятся. Искренность называется это. Недвойственность. Нужно признать одну вещь, что мы все здесь слуги Бога, мы здесь не господа, никто здесь Богом не является. Никто не имеет права доминировать ни над одним живым существом, кроме Всевышнего. А Он не доминирует. Он позволяет каждому имеет свободу выбора и уважает ее. То есть это ложная доминанта, что человек здесь думает, что он выше всех, или хочет быть выше других, или лучше других, или хотя бы не хуже других. Это ложная доминанта. Бог даже так не поступает. Даже имея Всевышнее положение, он не подавляет свободу выбора ни у кого. Хотя, несомненно, мы можем быть наказаны законами природы за свои проступки. Потому что Бог все-таки есть. Но это не его доминанта, это наши грехи. Опять же, он не доминирует. И поскольку он никак не доминирует, материалисты говорят, а его и нет вообще. Если бы Бог был, наверняка мы бы видели его, он заявил бы о себе, не так ли, сказал, я тут главный. Кто вы все такие? Ну, они его отождествляют с человеком, он никогда так не поступает. И нам нужно просто признать, доминанта не будет, нам нужно осознать самим, наша задача осознать, не при помощи насилия осознать, а при помощи доброго свободы выбора. Я частичка Бога, Его слуга. И вот тогда мы сможем увидеть, кто такой Бог. Вот тогда Он проявится, когда мы этого хотим. Заставить Его сделать это невозможно. Но если мы проявим искренность, Он проявится. Перед преданным он проявляет себя в стольких формах, говорится, в
лишь столько энергии, столько возможностей увидеть Бога, Прабхупада говорит. Если есть этот разум и глаза, и милость свыше, мы получаем такой разум и видим повсюду его и кругом. Даже в Гите говорится, что так много проявлений в материальном мире божественных, которые нужно человеку видеть и поражаться этому. Как свет солнца, допустим, как свет луны, как семя всего живущего, как вкус воды, как способности в человеке и сила в человеке, или высокое положение, откуда это все? Как огонь пищеварения, так много Кришна говорит в одной из глав о своем великолепии, о этих проявлениях в материальном мире. Можно всегда видеть Кришну. Если мы честную позицию займем. Искренность или честность, или недвойственность, да, да, тогда человек готов идти этим путем и видеть. Говорит, вы тоже можете это узнать, Прабхупада говорит, вы тоже можете это узнать. Есть важные вещи в жизни, которые окружают нас. Почему они важны? Потому что они важны для Кришны. Есть вещи неважные, которые нас окружают, для него тоже не важны. Например, если вы изучаете химию. Это сейчас очень как бы важная наука, но Кришне она не нужна. Можете не знать химию. Не обязательно. Этого не прибавит духовного роста. Кто тут важно выглядеть красивым всегда и молодым? Это не важно. Можете быть старым. Важно иметь высшее образование? Не обязательно. Можете быть без высшего образования. Уж как судьба повернется, это не важно. Важно удовлетворить Кришну. Вот тогда вы будете красивы, молоды внутри. Вы же внутренняя энергия. Зачем вы хотите быть красивы снаружи? Тот, кто хочет быть снаружи красивым, значит, внутри он грязный. А тот, кто внутри чистый, не слишком заботится о своей внешности, как он выглядит, старым или молодой, и что люди о нем говорят. Да, говорит Бхагавад-гита, он совершенно к этому равнодушен. Он удовлетворен внутри, сознанием Кришны, он чист внутри. У него нет зависти, нет желания конкурировать, нет желания кого-то обманывать. Все красивое, материальное создано для обмана. Это лишь крючок, наживка для рыбы чувственных наслаждений. А то, что красиво внутри, оно освобождает человека от лжи. Это настоящее. Например, Прабхупада говорит, цветы очень важны. И фрукты очень важны. Выращивать цветы очень важно. И фруктовые деревья очень важно выращивать. Почему так важно? Потому что Кришна в Бхагавад-гите об этом говорит. Патрам, пушпам, халам, тоям, юме, бхактя, праяч, хати. Если ты мне предложишь цветок, плод, немного воды, я приму это. Это возможность отношения с Богом развивать, выращивать цветы. Или плодовые деревья. А люди думают, что это важно для меня. Поесть яблок, поесть фруктов, поесть арбузов, что там еще. Купить цветов на день рождения кому-то, это важно для человека. Так же, как брак, человек думает, это важно для меня. Нет, брак для Бога делается, не для человека. В итоге для человека тоже это хорошо, но это вообще создано для Бога. Общество людей создано для Бога, общество животных нет. Если мы не хотим слышать о Боге, то мы переходим в другую цивилизацию, в животную цивилизацию. А в обществе людей оно создано для Бога, для познания Бога. Только в обществе людей поднимаются вопросы о Боге и религии. У животных нет таких понятий. Там есть еда, солнце, выкупление, оборона. Там даже речь не нужна развитая. Чтобы просто спать, есть, выкупляться, обороняться, не обязательно иметь какую-то развитую речь. Или изучать высшую математику. Какой толк в этом? Вы изучаете высшую математику, получаете степени, докторские какие-то ученые, а в следующей жизни рождаетесь собакой, потому что вы всю жизнь просто наслаждали чувства. И в следующей жизни вы теряете эту возможность человека, потому что не интересовались Богом, не выполнили предназначение своего, так и не познали духа материю.
А то, что вы изучали только для себя, для своих чувств, для своих степеней, для своей гордости, для своей доминанты, и вас не интересовал Верховный, Высшая Душа, Душа всех душ интересовала. Любовь к Богу тоже вас не интересовала. Ну, тогда с такими интересами можно стать животным и не беспокоиться вообще ни о чем. Животное, оно с чистой совестью ест, спит, совокупляется, обороняется прямо на улице. У человека такая совесть, что он не может как животное жить. Даже если он не обучался религии, совесть все равно есть, религия в сердце у него есть. Да, здесь говорится, он имеет правдивость, милосердие, чистоту, аскетизм, потенциально он к этому склонен. Он уважает эти вещи, если кого-то видит. Когда обычные люди материалистично узнают, что у нас такие строгие четыре регулирующих принципа, они пугаются приходить в наши движения, но уважают. Они говорят, секта, конечно же, да. Но уважают за эти четыре принципа. Аскеза, правдивость, милосердие, чистота, ценится. Ценности те же самые. Разница только в том, что демоны завидуют этим ценностям, а преданные принимают. Но ценности одни и те же. Бог один на всех, и для атеистов, и для атеистов. Но просто одни завидуют ему, другие нет. Вот и все. Но ценность та же самая. Ценности не меняются ни для кого. Ни для одного человека. Итак, Бог – это наивысшая ценность для всех. Если бы не было Бога на самом деле, не было бы атеизма как науки. Теизм, атеизм. В центре – это Бог. Одни говорят, есть Бог, другие – нет Бога. А это речь о Боге идет в любом случае. Как вы можете развить какую-то науку без Бога, скажите? Без Бога невозможно. Вы подразумеваете, любой ученый подразумевает, что за всем этим кто-то утверждает, что есть разум, а я хочу доказать, что его там нет. Это его движущая сила развития науки. Если бы не было Бога, в принципе, не было бы вообще никакой науки, это была просто цивилизация животных людей. Но они подразумевают, что кто-то говорит, что есть высшие силы, хорошо, а я докажу, что их нет. А это и есть движущая сила науки. Либо против этих высших сил, либо вместе с этими силами. Но в человеческом обществе нет другого стимула развития. Кроме как Бог, понятие, даже хотя бы понятие Бога. Хотя бы теоретическое понятие Бога. Но здесь говорится о том, что когда человек приобретает эти качества религии, прогресс уже есть. Материальный прогресс не нужен человеку. Нужно здоровье, чистота. Прогресс нужен духовный. Как сказал один известный человек, что когда человек приручил собаку, он потерял нюх. А когда изобрел компьютер, потерял мозги. Это называется прогрессом. А как же сам человек? Вы создаете замену человеческим способностям. А как же сами способности человеческие? Зачем же вы их заменяете? Вы же так потеряете все. Недавно я был в Казахстане, буквально сейчас. Интервью пришел взять человек и о детях. Там сегодня день детей. Вчера был день детей. Вчера прошел уже, да? Ну вот как раз к этому дню он брал интервью, и он сказал, что за этот последний месяц в Казахстане 6 случаев известных того, как матери отказывались от новорожденных детей. Недавний случай. Женщина молодая родила в машине, в пути. Рядом ее мать сидела. Ребенок появился прямо в машине. Ее мать взяла этого ребенка и выбросила в окно. Это вот не совершенно не свежий случай недавно. И вот 6 случаев за месяц в Казахстане известных, что-то вроде этого. Он спрашивал, почему? Откуда это все? Как так происходит? Почему женщина не хочет быть матерью? Хотя природа говорит, ты должна быть матерью. А она говорит, я не хочу. Природа много что говорит важного, но мы не хотим. Мы хотим найти замену всему этому. Нас же приучили, материальная цивилизация,
Замените все эти понятия. Мать там, или отец, или муж, там, неважно. Бойфренд назовите. Еще как-то назовите. Замените понятия, замените все. Уйдите от этой природы, от того, что дано нам. Это все примитивно. Один человек увидел, как женщина кормит грудью молоком ребенка. Он сказал, что тут за беспорядки такие? Что вы себе позволяете? Это же отвратительно. Люди вокруг. Вы можете представить, куда цивилизация катится? А эти вот лощеные вещи, которые придумал человек, привлекательно говорит, божественно. Я здесь Бог. То, что Бог дает, отвратительно. На земле копаться, на быках пахать, отвратительно. Трактора, заменим все. Заменим способности, заменим мать, заменим отца, в конце концов, заменим Бога новыми идеалами. Новая цивилизация. Это демоническая цивилизация. В этом нет прогресса, на самом деле. Это обман. Ведь для кого он делается, скажите? Это просто бизнес. Не верьте в бизнес. Что бы ни обещали, за ним стоит то, что личная выгода. В некоторых странах вообще не знают, что делать. Все то, что выделяется сейчас на развитие страны, до 80% разворовывается. Я был в шоке от этой статистики. Разворовывается до 80%. Они строят дороги на один год, они разрушаются через год. Чтобы потом строить новую дорогу и еще 50% получить оттуда. И таким образом они очень богатые люди становятся. И никто не хочет сделать настоящее что-то для людей. Настоящее для людей. Жить по правде. Это последняя нога религии, которую мы теряем, но мы видим это в Веккали, что вот эта ложь нас тоже беспокоит. Милосердие нас уже меньше беспокоит. Мы к этому уже привыкли. Столько жестокости, знаете, милосердный быть, значит, просто жить спокойно перестанете, спать перестанете. Чистота тоже, куда пойдете, воздух грязный, вода грязная, все, невозможно все очистить. Но правдивость еще остается. Поэтому давайте начнем с главного. Признаем, что Бог существует в нашей жизни, в жизни каждого человека. Признаем этот фактор и начнем наши отношения с Ним. Не ждите, что Он сам заявится сюда и силой установит свою власть. Нет, в материальном мире это невозможно. Он так никогда не поступит. Потому что не вмешивается в наши убеждения. Это лишь добрая воля. Единственный способ привлечь Бога в свою жизнь – это любовь. Патрам пушпам палам тоям юме бхактия праячхати. Я приму твой плод и цветок. Ну, а если с любовью ты предложишь, я приму твою любовь. Любовь означает начало новой цивилизации. Ничего искусственного, все настоящее. Итак, о деятельности нужно судить по ее плодам, мы дочитаем комментарии. Развитие человеческой цивилизации Веккали привело ко всеобщей неудовлетворенности. Поэтому каждый ищет способов, как обрести спокойствие ума. В Сати-югу ум людей был совершенно спокоен, потому что люди обладали перечисленными качествами. Постепенно эти качества убывали. В Трита-югу на одну четверть, два пара югу на половину и Веккали на три четверти. И они будут убывать и дальше по мере распространения лживости. Гордость, как ложная, так и истинная, разрушает плоды аскетизма. Чрезмерная привязанность к женщинам уничтожает чистоту. Излишняя склонность к одурманивающим средствам уничтожает милосердие, а чрезмерная лживая пропаганда – правдивость. Так Прабхупада практически все объясняет. Ложна ли это гордость или истинная гордость? Она разрушает плоды нашего аскетизма. Что такое истинная гордость и ложная гордость? Я не делал ничего хорошего в жизни, но я другим говорю, что делал. И я считаю, что я прожил великую жизнь. Это ложная гордость. То есть нет оснований для этого. Это ложная вещь. А взять, скажем, 8 марта, 23 февраля, день мужчины, день женщины, так принято считать. Это формальная вещь.
Нельзя прославлять женщину за то, что она просто имеет такой пол. Она должна заслужить это. Также и мужчина. Не нужно прославлять мужчину, потому что пол такой мужской. С чего это ради? Вы прославляете кобеля на улице, потому что он кобель. И если что-то сделал, да, он прославляется, безусловно, должна быть истинная, как это основа для этого. Но даже истинная гордость все равно является причиной разрушения плодов аскетизма. Даже этими вещами хороший человек не должен гордиться. Не должен сам себя прославлять и думать о себе что-то. Даже это проблемой может быть. На самом деле человек может сделать великую вещь, но если он будет так думать, что теперь он великий, это тоже приведет к проблемам. Ложная или истинная гордость, говорится. Не очень хорошо. Как избежать этого? Мы думаем, что это по милости Кришны все. По милости Гуру Парампары, по милости Кришны. А что? Гуру дал мне знания, я его использую, получаю результат. Так я-то тут при чем? Я просто следую наставлениям Гуру. Я тут совершенно ни при чем. Я слуга обычный. Это результат от духовного учителя. Это ему все принадлежит. Так мы становимся свободными от всех представлений о себе. Я слуга, это все. Достаточно этого знания. Только возрождение Бхагавата-дхармы может спасти человеческую цивилизацию от всевозможных зол. Так Прабхупада пишет. Только это. Больше ничего. Нет другого способа. Если кто-то знает другие способы, говорите, но я тоже не знаю. Мы искали до сознания Кришны, столько способов перебрали уже, чтобы как-то улучшить свою жизнь и жизнь окружающих людей. Но нет. Нет такого способа, говорят люди. Нет счастья в этом мире, не говорят. Люди, пожившие в этом мире, говорят, ну нет, не мечтай об этом. Давай лучше синицу в руках, чем журавля в небе. Прекратить розовые мечты, оставь их всех. Нет, говорится, Бхагавад-дхарма может дать нам журавля в небе. Исполнить все наши мечты и желания, даже больше того. Вот это цивилизация. Когда мы достигаем величайших вещей, величайшего успеха. Такого успеха, о котором даже нам и не снилось. Вечности, знания и блаженства игры Кришны. Вечного общения с Богом. Но начинается путь с веры. А вера – это не что иное, как искренность. И все. Правдивость. Это религия. Если мы наблюдаем, что нет в людях этих четырех вещей, значит, там нет религии. Пусть не называют себя никем. Пусть говорят честно, мы безбожники. Если нет этих качеств, то где бы они ни были, в какой конфессии бы ни находились, здесь ли или в другой конфессии, это безбожники. Если они не практикуют ни правдивость, ни аскетизм, ни чистоту, ни милосердие, это безбожники. Под религиозным названием просто. Какие будут вопросы, пожалуйста? Хари Кришна. Ну вот в разрезе правдивости, как понять, есть ложные ожидания от духовного учителя, то есть какие они могут быть, как препятствия на духовном пути в отношениях с гуру и с Кришной. Ложные ожидания? А что такое ложные ожидания? Что ожидает ученик от гуру? Что это может быть? Пример какой-то. Например, что я мало могу прилагать усилия, и что гуру, например, мне даст мне какие-то силы, какое-то знание, что мне не надо прилагать усилия в духовной жизни. Что, не надо прилагать усилия? Например, в этом помещении вечером должен быть источник света. И вы в соответствии с этим объемом знаете, какой накал лампы нужен, верно же, или несколько? Вы не включаете сюда какую-то саровую лампу, знаете, которая ослепит всех. Есть такие очень мощные, знаете, осветительные. Невозможно представить.
Я их использую для других целей, там, в глубинных работах каких-то. Вы не включаете такой источник света, вы видите, вот такая комната, а если маленькая комната, вы берете одну лампочку, небольшую достаточно. Это пример, пример, который Прабхупада приводит. И даже когда Кришна приходит в различных аватарах сюда, в этот мир, он тоже действует таким же образом. Столько могущества проявляет, сколько необходимо для исполнения определенной задачи. Не больше. Нет необходимости, так? И вот возьмем любого преданного. У каждого из нас есть свой как бы объем пространства деятельности и возможностей, где нужен определенный накал знания, возможностей, полномочий. Не больше. Поэтому всем будем отличаться в деятельности, допустим. Кто-то может просто вот, простую работу выполнять, кто-то может руководить, кто-то может, там, не знаю, книги писать, кто-то может. Что мы еще ждем от духовного учителя? Это наши возможности данные нам. А что же такое связь с гуру в этом случае? Если я просто использую свои способности, данные мне по закону судьбы, то какова роль духовного учителя здесь? Это все мои ресурсы, мои способности, в конце концов. Что гуру мне даст тогда ценно? А теперь представьте другой пример, аналогию. То, что мы имеем с вами, это вот определенное количество, скажем, вот воды в нашем объеме разума. Вот это наша возможность. Вот этот уровень воды, который у нас есть, мы используемся этим. Теперь другой пример. Если мы пользуемся, мы исчерпаем этот запас быстро, не так много у нас. Годам к 50, все, кончится. А может, раньше у кого-то. Смотря, как человек живет. Но если у вас есть связь с гуру, означает, что у вас сообщающийся сосуд с духовным учителем. Связь с океаном. Причем в вашем объеме вода не увеличивается, она выглядит точно так же. Но интересно то, что сколько вы не брали оттуда, не кончается. Вы можете делать простое служение. Но не исчерпаете никогда вкуса к этому. И Кришна будет доволен полностью вашим служением. Вот и все. А внешне выглядит все очень просто. Ну что, вот эта ферма была когда-то у других людей. Сейчас там преданные что-нибудь делают то же самое. Доят коров, в чем разница? Навоз убирают. Но есть разница, как это делать, в связи с духовным учителем или в связи со своими материальными желаниями. Есть разница огромная. Любая материальная деятельность исчерпывает себя. Любой брак исчерпывает себя. Любое знание исчерпывает себя материально. Его отбрасывают в какой-то момент времени. Отказываются от этого. Если это материально, означает, что это истощается, пресыщается, увядает. Это материально. Все здесь увядает. Но если это духовно, это не увядает. Ложное ожидание означает, что я хочу быть, может быть, тем, кем мне не предназначено быть. Я жду духовного учителя, что мне уполномочит быть тем, кем мне не предназначено быть. Но это на зависти основано. Это безрезультатно. Наше желание должно быть основано на любви к Богу. Вы думаете, человек, который для Кришны в коровнике навоз убирает всю жизнь, не вернется к Богу? Нужно понять Кришну. Кришна не оценивает наши материальные возможности вообще. Он их не видит. Он видит душу. У него нет материального тела. Если у кого-то есть материальное тело, означает, что он становится подвержен оценкам этого тела. Если кого-то больно ударить, он обидится на нас. А если погладить, ему будет приятно. А Кришна не такой. Демоны его бьют, преданные прославляют. Те другие получат одинаковый результат. У него нет материального тела. Он дух. Неразрушимый вечный дух. Там есть форма, но это духовная форма. Отношения с Богом уникальны. Вы не купите его никаким количеством денег. Никаким своим успехом не купите его. Только любовью.
Хануман, если носил горы, мы знаем, когда строил мост, паучок носил песчинки. «Зачем ты носишь песчинки?» — спросил Хануман. «Уйди с дороги». Там великие были ванары, они таскали просто горы, они строили мост, знаете, а паучок, что такое вообще, песчинку, он там еще спотыкается, с ней падает. Выбивается из сил при этом. И Хануман рассмеялся. Ну а какая польза в этом, не так ли? А Рамачандра сказал, это то же самое, что делаешь ты. В этом нет никакой разницы. Потому что ты работаешь в полную силу, и он тоже работает в полную силу. Ведь мы же не замечаем, что у насекомых тоже есть семьи, отношения. Конечно, когда мы наблюдаем под микроскопом, тоже удивляемся, надо же. Оказывается. Это наша гордость просто. А Кришна не такой. Кришна не такой. Он самый лучший. Ему от нас ничего не надо вообще. Достаточно просто один раз в жизни принести ему цветок подношения, чтобы достичь освобождения. Но по-настоящему. Слонга Джендра тому пример. Бхагавата Пурани описывает слонга Джендра, который все, что сделал в жизни, он наслаждался всю свою жизнь в раю, как слон. Но раз в жизни, в момент смерти, он предложил ему лотос, умирая в воде. И был спасен. Все, ничего не нужно. Что мы должны ожидать? Все уже есть у нас. Ученик ожидает, гуру тоже ожидает. Надо в этом разобраться в большей части. Что же гуру от меня ожидает? Ну-ка я сделаю это. Нет, что-то гуру не очень обращает внимание. А ну-ка так сделаю. Опять что-то не то. Как же мне выделиться вообще? Это не способ привлечь гуру или Кришну. Вот когда ученик избавляется от зависти, вот это он привлекает духовного учителя. Может, ему денег побольше принести духовному учителю? Точно заметит мне сразу же. Возможно, есть такие могучие учителя, которые могут принимать материальные плоды без любви. Может быть, есть такие могучие учителя, которые способны переварить такие подношения. Но огонь пищеварения должен работать, любовь должна быть. Иначе никакие дары гуру не усвоит. Он, может, примет его с уважением и тут же забудет про это. Потому что гуру тоже ничего не нужно. Материально. А зачем ему? По правде говоря, гуру должен служить всем, а не себе. Иначе это не гуру. Ученик должен подобиться в таком сознании. Спасибо большое, что так вот ярко охарактеризовали материальное сознание, сказав, что мы готовы мгновенно вступить в чувственное удовольствие, когда что-то видим или слышим. И получается, что признаком развитие божественного сознания является то, что мы также мгновенно, у нас просыпается желание вступить в какое-то служение или в сангу. То это как пример, как для собственной идентификации, да? Угу. Угу. Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а вот вы не могли бы объяснить вот важность благословения в духовной жизни? Спасибо. Важность благословения? Это важно. Насколько важно? Ну, это как бы основа культуры. Благословение дает уверенность и силу человеку действовать. Особенно, если мы получаем из верного источника благословения. Как от отца и матери, как от духовного учителя, от мудрецов, людей просвещенных. Потому что они знают, что хорошо, что плохо, и могут благословить настоящие вещи, подтвердить, что это хорошо, то, что ты делаешь. Ты собираешься это делать?
Это очень хорошо. И нам этого достаточно, что мы с полной уверенностью, без всяких сомнений, сосредоточенно действовали, добились успеха. Если есть связь с такими людьми. Если связи нет, благословения не будут действовать. Если с родителями нет такой связи, мы чувствуем, что как бы мы вот есть родители, но мы как отщепенцы живем. Слабый человек становится. Не знает, чем заняться. То одно, то второе, то третье. Не устроенный в жизни толком. Ум его рассредоточенный. Значит, отщепенец называется. Нет благословений. Нет кого. Ну, векали — это сейчас не редкость, такие случаи. Но Прабхупада дал тысячам людей такие благословения и действуют уверенно всю жизнь. Добиваются успеха. Где взять разум? Разум — это смирение. Смирение. С этого начать надо. Разум — это смирение. Смирение означает, что вы получаете. Гордость означает, что вы отбираете. А смирение значит, что вы получаете. Вы получите все необходимое через смирение. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, исследование целое пытаюсь проводить, непонятно, по ходу воспевания, по ходу духовной практики приходят какие-то эмоции. И вопрос, собственно, как отличить материальные сентименты от духовного опыта. Ответы были о том, что пока у тебя есть какие-то желания, отличные от Кришны, то это все материально. Один был ответ, второй был ответ, это когда эмоции исходят из материального самоотождествления, она в результате тоже тебя лишает вдохновения, и ты падаешь. А духовные эмоции связаны со служением. А если вот нет гордости, это не важно. Как ориентироваться? Если нет гордости, не важно, откуда приходят эмоции. Эмоции — это наша жизнь. А что тут плохого? Если есть гордость, тогда важно, откуда приходят эмоции. Нужно разобраться, чтобы не гордиться лишний раз. Например, человек сентиментальный, плачет. Это эмоция. Ну, это его природа, ничего дурного в этом нет. Но он думает, должно быть, я достиг трансцендентного уровня. Это гордость. Тогда это проблема. Не в том, что он плачет, а в том, что он так думает, оценивает неправильно. А эмоции — это просто наша природа. Живите в соответствии со своей природой. То, что вы чувствуете, переживаете, это хорошо. Просто не оценивайте это неправильным образом. Вообще-то не оценивайте, не ргуна. А вот если вот можно уточнить, есть же попытка черпать в этих эмоциях вдохновение, а если они неправильные, значит, они не должны быть основой для ложного вдохновения. Нет, вдохновение на преданное служение? Ну, тогда все в порядке. Тогда все хорошо. Не важно тогда, какая эмоция. Если вдохновляет на преданное служение, хорошо. Это уже хорошо. Хари Кришна, вы говорили, что на человека две энергии действуют. Одна только, ну, в данный момент всегда одна. И как сам переход происходит от одной энергии к другой постепенной, что больше... Энергии духовной, материальной? Да, да. Как переход происходит? Да, да, что мы или в невежестве, или в знании, сам момент перехода, что всегда одна только, потом другая, или ну, какая-то становится больше действовать потом. Говорится, что это трудно заметить самому человеку, практикующему, как он переходит из одной энергии в другую энергию. Но это так же, как и засыпать, скажем. Очень трудно ловить этот момент, когда мы засыпаем. Попробуйте. Ляжьте, сейчас я зафиксирую. Я найду этот промежуток между сном и бодрствованием. Но это трудная задача. Трудно заметить. И также трудно понять, как человек прогрессирует самому. Со стороны это можно видеть. Обычно преданный, когда прогрессирует, он думает, что он не прогрессирует. Как правило, наоборот все представления. Даже жалуются приходят иногда.
Преданный говорит, я совсем не прогрессирую. Вот повторяю мантру, соблюдаю принципы, совсем не прогрессирую. Никак не развил духовных качеств, то есть ничего у меня хорошего нет. Так один ученик жаловался Батистрана Сарасвати. Тот сказал, о, ты хорошо прогрессируешь. Ты так себя оцениваешь, это хороший прогресс. То есть, возможно, это не всегда понятно будет самому преданному, где он прогрессирует, а где он не прогрессирует. Наша материальная обусловленность заключается в том, что мы плохие вещи можем принять за хорошие, а хорошие за плохие. И когда приходят трудности в жизни, материальному сознанию кажется, что это плохо. А когда вы пройдете эти трудности и духовно вырастите, вы скажете, это было очень хорошо для меня, полезно хорошо, полезно, важно для меня, что я прошел эти трудности. Спасибо, Кришна. Но в тот момент мы можем не понять этого. Поэтому нужно общаться с преданными, чтобы иметь поддержку всегда, чтобы не запутаться. Опытный преданный никогда не беспокоится, когда у новичка трудности. Думает, это хорошо. Важно ему пройти эти трудности. Трудности должны быть. Это хорошо. Он так станет серьезней. Но никто не скажет из старших преданных, сейчас я устраню все твои трудности. Скажет, нет, нет, сейчас я дам тебе энтузиазм, решимость и знание, чтобы ты эти трудности сам преодолел. Как вы поймете, кто перед вами, если нет трудностей? Только в трудностях человек показывает себя. Всего себя, какой он есть. Как же мы сможем познать себя, если не будет никаких трудностей? Громче. Есть пример правдивости Кришны. Вот как разобраться, что для нас? За какой правдивостью следовать нам? Да, то есть есть правдивость, когда Кришна... За Ютиштхирой следуйте. Не подражайте Кришне. То есть во благо, ложь во благо. Вот это. То есть нам лучше вот нацелиться правдой и все. Правда, правда. Правда. Если не можете правду сказать, просто молчите. Кришна может делать все, что угодно, но не означает, что мы должны делать все, что угодно. Это единственная личность во всех мирах, кто может делать все, что захочет. И ни перед кем отчитываться не обязан. И вот это нас задевает. Как это не обязан? На самом деле, все, что хочет, может творить и не отчитываться. Да, да, это он может. Это надо признать. Но подражать этим вещам нам не рекомендуется. Как Кришна же ворует. Он изначальный вор. Все воры — это его последователи. Но он трансцендентный вор. Ему поклоняются, как воры очищаются. Если ему в него воровать, никто не очистится. Поэтому имитировать нельзя Бога, а следовать наставлениям нужно. Он на самом деле велик, по-настоящему. Ничто не может осквернить его, что бы он ни делал. Что бы он ни делал, убивает или благословляет, одинаковое благо приносит. Абсолютен. Как, кто может подражать таким вещам? Например, иногда устраиваются религиозные войны, мы говорим. Мы видим в истории Мухаммед. Пророк Мухаммед вел религиозные войны. Что в них религиозного? И почему есть войны, которые, мы говорим, критикуем, нерелигиозные, неполезные? В чем разница? И там насилие, и тут насилие. И Кришна тоже воюет, иногда убивает демонов собственноручно. Битву на Курукшетре организовал он, где сотни миллионов людей полегли. В чем разница? Разница в том, что если Кришну убивают, он возвращает к жизни, к духовному это существо. Живое существо не может быть убито, когда Кришна убивает его. Оно возрождается через этот процесс. Разница в том, что человек, когда убивает, он никого не возрождает. Он никого не возрождает.
Если вы можете при помощи войны воссоздать цивилизацию, тогда война праведная. Если вы не можете при помощи войны воссоздать цивилизацию, не воюйте. А вы не можете это сделать без Бога. Люди, когда убивают на войнах, это просто карма. И одна война порождает другую войну, одно насилие порождает другое насилие. Но если на самом деле вы ведете праведную войну под руководством Бога, как в прошлые древние времена, цивилизация возрождается. Сейчас войны запрещены в духовной жизни. Никто не обладает таким могуществом духовным, чтобы воевать. Сейчас мы воюем при помощи знаний. Если что мы уничтожаем, так это невежество в человеке, но не их тела. Это рекомендовано в Веккали проповедовать, нести знания духовные людям. Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагавата. Это тоже война. Но она возрождает человека. Тогда она имеет основание. Да, мы же тоже вмешиваемся в жизнь людей. Мы говорим, вы материалисты, вы мясоеды, вы развратники, вы лжецы. Мы же вмешиваемся, и мы говорим такие вещи. Но для возрождения это допускается. Для унижения не допускается, для возрождения допускается. В Веккали Кришна приходит как святое имя. Вот так мы сможем распространить цивилизацию, возродить цивилизацию. Угу. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Панчататва ки джай, Нитай Гаура Примананде.